Какого числа вы заезжаете? 27.08. 26 августа накануне вечером вам придет смс-сообщение с данными по автомобилю и по водителю. Александр Абросимов – консьерж четырехзвездочного отеля «Валуштин». Звонки принимает буквально каждую минуту. Сейчас гостиница заполнена на 100%. В таких условиях особенно важно качественно предоставлять услуги, говорит Александр. Мы занимаемся трансферами, мы занимаемся экскурсиями, мы занимаемся сервисом внутри гостиницы. И стараемся это делать не так, как это делает город. Программа стимулирования доступных внутренних туристических поездок разработана Ростуризмом. Забронировать билет можно с 21 по 28 августа. А гости приедут по этой броне с 1 октября до 20 декабря. То есть вот низкий сезон, который мы хотели бы обратить на который внимание, да, в Крыму наших россиян, это как раз 1 октября по 20 декабря. Уникальный климат, лазурная вода и достойный сервис. В этом году во всех санаториях и отелях Крыма рекордное количество отдыхающих. Ательеры надеются, что 100% заполняемость мест отдыха теперь будет не только в бархатный сезон, но и в зимний период. Палящее солнце и большое скопление людей Светлане Нуримановой не нравится. Она предпочитает отдыхать в бархатный сезон или поздней осенью. А узнав о новой крымской акции, решила посетить полуостров и зимой. Также это выгодное предложение зимой. Приехать в новогодние праздники и отдохнуть, насладиться морем, спа. В акции участвует более 60 отелей и санаториев Крыма. Но отдохнуть на полуострове с кэшбэком с 1 октября можно будет не только на ЮБК. К услугам туристов знаменитые сакские грязелечебницы и евпаторийские санатории. Сумма возврата от 5 до 15 тысяч, срок пребывания от 4 ночей. Нужно зайти на ресурс мирпутешествий.рф, зарегистрироваться там, рассмотреть все те варианты, которые предлагает Крым. На эту программу правительство России выделило 15 миллиардов рублей. Туристы смогут получать выплату за пакетные туры, в которые включают как перелеты проживания, так и отдельное проживание. Севелья Миметова, Рамазан Алевапов, телеканал «Милет».